Я вітаю вас сьогодні. Розкажіть, настрій чи сили залишились взагалі після матчу? Значить, так. Да. Ну, во-первых, хотілося б сказати спасибо сопернику за бой. Они собрались, у нас было сначала равное количество игроков, но потом они получили красную карточку, их стало меньше, им стало тяжело, но они боролись, молодцы. Вот. Нам, конечно, предлагали из администрации убрать одного игрока, но дело в том, что решающие матчи за выход из группы не наши проблемы, что соперник не собрался. Хотели бы собрались, мы собрались, очень хотели выиграть, выиграли. Задача была выиграть. Вот, что еще сказать тут. Спасибо команде. Не очень устали, честно говоря. Давайте вот просто уявимо, якщо б все-таки забрали одного гравця, хід би гри якось змінився? Да, думаю, если бы мы одного сняли, мы бы забили на два больше. Так мы их чуть жалели просто, не все забивали. Вот так. Кого бы сняли першим? Себя. Конечно, ну, кто-то должен брать ответственность, а? Яка самопожертва? Да, да. У нас в команде каждый готов жертвовать собой ради результата. Дякую вам. Будь ласка. До зустрічі. До побачення.